Пускать россиян без визы в Японию. С таким предложением выступил губернатор Сахалина Олег Кожемяка на встрече с председателем комитета по иностранным делам парламента Японии Мунео Судзуки. Безвизовыми предлагают сделать 3 дня. Это удобно для тех, кто посещает страну восходящего солнца с короткой деловой поездкой, и для туристов, которые не собираются задерживаться в Японии надолго. При этом такая возможность, по мнению Кожемяка, должна быть предоставлена не только жителям Сахалина, но и всем гражданам России после промежуточной остановки на Сахалине. Японский парламентарий заявил, что передаст предложение своему правительству. Напомню, ранее российская страна отменила визы для японцев, которые посещают Сахалин на пароме Корсаков-Ваканай на срок до 72 часов. Для россиян, в свою очередь, была упрощена процедура оформления визы в Японию. Упростили въезды для иностранцев, которые приезжают во Владивосток. Не для всех, правда, только для представителей 18 стран. В их числе Китай, КНДР, Тунис, Япония и другие. Теперь иностранцам нужна будет только электронная виза, которую можно оформить на сайте российского МИДа. Первыми по этой схеме будут работать морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи. Пробыть в России можно будет 8 дней и только в регионе, через который въехали. Предполагается, что в будущем году такая же система заработает почти на всей территории Дальнего Востока.